Здравствуйте, коллеги, пчеловоды. Привет подписчикам. Сегодняшнее видео получается перенос личинок, семья стартер и семья материнка получается. Ну, материнку мы отбираем самую лучшую семью, это имеется в виду. У меня она, их несколько есть, разных типов, с разных как бы матководов. Вот это сейчас семья, это моя, которой уже очень-очень много лет. Но в этом году она, наверное, уже поменяется. Перенос личинок можно делать или вот так, или где-то под накрытием. Но сейчас тепло. И вообще быстренько все это делается, то проблем из, получается, переносом личинок на свежем воздухе не возникает. Ну что же, мы сейчас взяли личинки. Они идут двухдневные. Это прямые или немножечко заокругленные. На камере как бы не старались, а мы этого вам отснять и показать не сможем. У меня все-таки камера не очень непрофессиональная, поэтому я это вам показать не смогу. Дальше прививку мы как бы сделали. Хочу обратить внимание, что вот здесь у меня я использую мисочки никотовские, получается. Не знаю, оригинал, не оригинал, но вроде как бы оригинальный. Вот это по-разному. Были разные прививки, и сейчас я их все собрал и ставлю в семью стартер. Семья стартер, идем покажу. У меня стартер, это у меня ящик на 6 рамок, который без матки. Так, здесь налитый сироп есть. Слышу, что-то пикает. Но матка какая-то не залетела. Да, наверное, что или матку где-то, или маточник. Ну, сейчас посмотрим, если что, удалим. Ну, семья стартер. Здесь, видите, колодец. Пчел должно быть достаточно. И вот сюда мы устанавливаем вот этот, как бы. Ну, что-то пикает, похоже, как будто матка или залетела, или где-то маточника проспал. Потому что я сделал стартер, уже несколько раз пользовался, уже, наверное, ему дней 10. И вообще его не пересматривал. Может быть и маточка где-то есть. Немаловажно, нужно стартерам давать большое количество сиропа. Это где-то там литр, полтора, если они ведут прививку. Им самое главное привить и дать пчелам молочка. Ну, понятно. Дальше мы эти маточники вынимаем в зависимости от приема. Вот, например, если они примут там 80% или 90%, мы это все переносим в семьи воспитательницы. И получается методом, как бы, мы выводим матки, получается, по методу тихой смены, что в каждой семье воспитательницы есть своя матка и есть всегда открытый расплод. Получается, что мы работаем так. И получается, вообще, матки, в общем, неплохого качества, очень-очень неплохого качества с помощью такой системы. Ну, я так работаю. Не знаю, как кто и как куда, но вот сейчас мы сделали первый этап. Заложили и поставили в старте. Завтра мы, получается, уже утром, можно уже сегодня вечером вот эту забирать и переставлять на семьи воспитательницы. Ну, сейчас вообще очень-очень жарко, то до вечера, наверное, молочка они немного зальют. И если мы переставим в семьи воспитательницы, то пока пчелы начнут принимать и кормить вот эти личинки, то молочко может высохнуть и сами личинки могут пропасть. Так что, как минимум, завтра мы вот эти личинки переставим в семьи воспитательницы. Все, друзья, всем всего наилучшего. Пока.